Малой, а что тут? Ты где? Почему не написано, что ты офф, а ты... А, все нормально. Че, на ФК? Да, диск. Не зашли, что ли? Кто был Рога? Вот, ты здесь? Короче, ни один танк мне не написал. Туловище, а ты зашел? Мне тут сказали, у тебя танк есть. Пишите кабана, пока поставили. Он еще не зашел. Еще кто-то ливнул какой-то ксера. Кто такой ксера был? Это сова? Не, это маг был. Так, по бафам я даю прота. Честер дает кресты. Смит дает тогда каски, споти, кулаки. Да, Смит каски. Подходит твой ник под раздачу касок. Нам нужен хил, нужен. Нет, хилы есть, 4 хила, я нашел танка, нам любой ДДМ. Ну, чтобы ДПС был еще хотя бы только 1005. Не, анролов нет, идем, что, ну, на мастер луте по классу, паролем и каких-то манролов. Кто за УД? За УД, кто за транс? Дай рогу ОД. ассиста, я возьму хан. Кому УД, там УД, кому транс, блядь. Кому на мейн, там шмот. Тот на мейн роли. Забирать. Чего? Теперь можно забирать ассист. Все, 20 человек, суммоним, так кто Подожди, стой, забрал? еще Конта, один отлично. постар. Еще один паладин хочет. Еще да, ассист. А все, 20 человек, не должно быть больше, подожди, как это мочил? Там не больше 21. Вот тут 21 можно, да? Еще одного. Паладина возьму одетого. Давай, кому ассист? Разбойнику. Давай, бери, 21 человек будет тогда. Все, взял. Ба. Паладин одет, хорошо будет дамажить. Будет пятый групп. Не показывается в Дискорде в цифрах, сколько на канале человек. Еще пятеро. Давайте, те, кто в Ты диск, нашел я танка? чекаю у вас. Да, Мирок написано. Здесь он. Третья категория, таланты. Лед, цепки, ледяные когти. Ого! Это БДК в этом самом, в нужном спектре. Великом дает ап. Ну давай добавим Д5, раздам. А, да, по бафам паладины. А, Честер раздаешь кресты, Смит, каски, споти, кулаки. Паур, моя прота, Честера третья. Так, осталась темная магия и лед. Коня. С коня на темную, да. И поставьте лед на огонь. Меняйте, у кого там будет стоять. Все. Воздаяние можно ткнуть пятому палу, который бастер. Кушать рыбу. Так свинью кушали. Дуры больше дает. Видимо, тут кулинарку качать. Чекаю на присутствие в диске. Кто чекаю, нажимаете нет. Уже да, понажимали. Ну, ладно.
18 человек. Пока люди заходят, дают раздавать. Махом кадаш, кадаш, штука ТД или или ШП, который. Чтобы так. Что, захвата? Я думаю, еще работает. У меня уже люди пишут. Там синьку. Давайте пылить синьку. Не будем нидить. Все равно 174-я, она никому ничего. Будем кристаллы. Я думаю, это будет честно. Честер, как тут лучше? Мастер лут на боссах поставить или групп лут? Ну, поставь мастер, если на трансмут кому-то надо, просто по роллу и все. Там ты для вас инфа. Там ты. Нормально слышно. Пенат на рпал. Зей. Нет, там не больше 21, 21 должен. Ну это конечно. А, малой, а ты мне написал и потом мне добавил в ЧС. Если что так, на тебя. Из клики. Кто посидит на этом, на разуве? Желающие. Мак и Споти. Давайте, посидите в чушках. Остальные будут лупить босса. 25-ки чушки не работают. Работают? Я просто не знаю, как тут работают. Десятки работают, десятки. Там видно. Так, контролирующих. Ты не врывайся, чтобы ты умер. Босса уже на трэше. Давайте лучше рисковать. Не, бессмертный тут не получится. Это однозначно, нужно толковый рейд. Нормально. Смертный, как бы... Да, тут немножко другой рейд нужен. Чушек нету. Столик можно, пацаны? Я расскажу, как мы это делали, но мы это делали в 4 танка. Смертному? Нет, убивали разуя в 25-ке без чушек. В 2 танка не получится, если мы будем ретаунить его. Ну, в 3 можно еще. В 2 у нас не успеем. Он быстро бегает. Кого 3 танка есть? Медведь, давай. Смит. Давай протопал спек еще Смит. У тебя будет ревностно еще. Два протопала будет. Там еще из-за того, что если часто будем делать ретаун, то он на какое-то время станет невосприимчив. Так что там нужно все четенько рассчитывать. Ну давайте сейчас метку дам на третьего там. Так, Споти, да? Вот три танка.
Первая звездочка, второй печенка, третий задоромбик будет. Гоняем, вы что, в центре бьем? РДД. Четвертый танк. В центре стоит, да? Стой. Дай, пожалуйста, танк. Ассиста Мирок. Да. Ставь метку по Вару тоже, он четвертый танк. Читайте чат. Вот примерно в этих четырех метках мы как четыре танка будем стоять и разувия по кругу пускать от одного танка к другому. Где четвертая метка? Да, вот тут танков до хрена, я смотрю. Блядь, еще паладин спекнулся в танка. Он уже Смит, танком. Смит по-любому в танк. Войт тоже про товар. Так у нас пять танков получилось. Не, подожди. Нет, все нормально. Пять танков, да, нормально. Все. Четыре, да, получается? Четыре. Ну, отлично. Да. Давай тогда, звезда, начинаешь ты, а потом... Примерно так же Чушек держит каждый, где его метка. Я пойду в верхний, дальний угол. Я пойду вот сюда, в ближний. Печенка в ближний. Вы какого хрена дали поспойте метку, если он не танчит? Мы сняли же метку. Метка на Смите стоит. Смотри внимательно. По меткам разобрались. Готовы. Артфикс там любого танка по факту сваншотит. 25-ки. Десятки еще можно, в 25-ки не вариант. Все, все готовы. Погнали. Че, ДК, начинай. А что делать с танком надо? Или танкит разу. Разувие. Вот так по углам стали и до следующего танка забирает друг в другом углу. Дайте рост. Луна. Луна может. Так, допустим, 5%. Потом. Че, никак не забрать? Алло. Да не двое. Палец там. Бесполезно. Войда забафайтесь. Меркал хильд. Войду дайте сразу. Каску, крест, пристабафу. Так буду забирать с мерка. Забрал. Следующий кто? А, Смит забрал. У меня ревность. Забирайте. Будет, если готов будешь, забери потом с ДК. Да как сдохните, заберу, пружинки отдам, и все. Кончится. О, какой-то друль трэш у корни кинул, вообще топочка. Смит ВЗ есть? Добивай. Блин, только Войт. Бабах. Аркана все проебаные. Жаль. Ну а че, минус 3 был. Ладно. Давайте нить где-то по классу. Латы латником, кожа кожником, ткань тканником. Будьте людьми. Блин, мертвым нельзя посмотреть, как выглядит. Ресните, пожалуйста. Масс-рез. Да, спасибо. Шмот не пылим, если вам он вообще не нужен, жмите отказ. Потому что есть люди, которые жмут, ну, по грамотному жмут на не откажусь на успех. Спекать станка, брал. Пример я, да. Так, ткань. Тем какой-то. Че, погнали дальше. Лучше, ребят, если ролить даже на успех, лучше жмить не нужно, потому что. Да, если прям очень. Потом смотреть чатик, поскольку кит. Я думаю, не схватит. Вы не распыляете. Согласен. Все равно старайтесь снижать их расп. Как бы нужно. Есть люди 220. Умирающий просан, да, поэтому ладно, идем по всем остальным. Можно.
побить трэш на плите. А сколько у Дедала, кто заметил? 35 15 15. Мало, ты меня сейчас выкинул или нет? Кадрок, слушай, а ты хочешь что как запретить? Нет, этот не убит, взломай. Черте? Взломай, не убит босс. Угу. Ты с гильдии с какой-то ходишь, что там есть, арте. Просто вижу аспект. Так, да, видите? Прощение. С гильдии, но. Я им-то гильдии, да. Ходьте, зачем нам добить, если мы убиваем, если мы изначально идем на горстку? Должен быть в рейде максимум 21 человек, не больше. То есть, если мы даже, вот это можно, что такое, 7-4 распылить. Это фэтов своих, не агрите, не агрите, по углу просто пройдите. Я ладно. Уже сам, потому что по-любому тут... Только делать, что мы увидели, зеленочку. Зеленку пылим. Нидим. Пинку тоже пылим. Нидить можно 200 плюс. Слышите, что говорю? 200 плюс и ловый шмут нидим. Остальное пылим. Синька, зеленка, похуй. Боя еще можно нидить, вся редку. Да, просто кикни кого-то нахуй. Распредели группы пока. Так, в каждом должно быть хилы. Хилы двое. Давайте перекинем сейчас РДД. Ты лучше так. Меня в одну, Эршан, он пожестче хилит, в другую пати. Да, кину тебя, наверное, с ДЦ, Эршан с РДРУ. Смотрите, поговорим. Значит, два танка поставлю. Так. Так, рука. У нас что, ДК было ранее, что он будет вообще? Ой, в ту же. Четвертая пати заходит, да? Тулович, давай кикнем, что он должен делать. Кикай нахуй. Усумонил взрыв 3 раза, кстати, и Варкан пошел, ну, пиздую тогда. Пойдем он дал 20 тогда. Смотрите, я танков раскидал, значит, вторая и четвертая группа, и первая. Еще кто был ранее? Зачем ты шкаф дал? А, да, я думал, что присумонить, а вы кикнем. Да, ничего мы не будем, он стоит там уже, мы убили квартал, он... Короче, а четвертая пати надо... заходит, или нет, что-то не пойму. Смотрите, по пати. Значит, первая, третья, вторая, четвертая. Первая, третья собираются у звездочки, вторая, четвертая у печенки. Открыли рейд, посмотрели, кто где. 2 хила будет на каждую 2 группы. Первая, третья звезда, вторая, четвертая. Точнее, вторая, четвертая звезда, первая, третья печенка. Угу. Это я натупил. Все, по пати распределились. Да похуй, так убьем. Все готовы? Смит, Бастард. Вот, ты знаменит. Все готовы? Погнали. В смысле? Он пишет Хант, Войт. Да, Дарк Старк. Запускайте босс. Где он, блядь, там запускается? Тут Дарк Старки, Глобал Андеграунды. Запустите босса. Где он запускается? Он вверху. Ударьте его кто-нибудь просто. Да, да, все. Он, да. Все в комнатах тупо встаньте в центр, вот как танки стоят в центре, и все. Да, и стойте, тотем встаньте. Паладины, поставьте чутье на нежить и гнев небес готовьте. Кидайте ПКД. Кто-то там не включил, еще с руды не поменял. Погнали. Не врывайтесь раньше танков.
это он, 20. Слышит, это он про Dark Stars говорит на сервисе. Говорит. Путь проклятых, ебать. Проклятых? Что-то не вижу. Анкнутов. Давно пришел. Скнутов там вообще путь прокаженных, блядь. Путь прокаженных. Не, я как-то тоже хотел кнуты пойти, потом просил знакомых, короче, в веркап сидеть, как они на рейде, то, короче, перехотел тискнуть. В костях я не хочу стоять там и спотыкаюсь, блядь. Прихват не работает в костях, да? Угу. Елда-то хуёвая. Так, еще около 3 минут. 2 минуты 40 секунд еще волн будет. Пиликов в этих в рыцарей не врывайте, слышите, они очень больно. Я пока не могу использовать эту Почему на мне кулака нет и вообще бафа? Нету, кулаки бафает спотик. Спотик баф не войдет. Это, наверное, после разовья не бафнули. Че, пацаны, с циркулю, какой у вас прогресс? 25-ку обычку-то сносите? Здесь что? Ясен хуй, блядь, не на цирке же. Конечно, да не, мам. Не знаю, я не дам. Шестой категории был 25 обычку. Да я вообще вчера Геру снес. ЛК, да? Угу. А без АМО было. Тупые люди. ЦЛК, Гера, блядь. А потом проснулся. С листом в трусах, да, блядь? Без листа ЦЛК, блядь, 10 лет. Я так ржал, пиздец. Чем знаешь, да, блядь, собрался. Без лист. ЦЛК, 10 лет. Ну что там, 20 секунд терпим еще. Чекаем Диму народа, time for jobs. Вопросов. Какой, 10 гер или 25 гер? 25 гер, ну нормально. Сколько там на Улича хп в миллионах? Мне говорили 250 или что-то такое? 150. 150? Ну на 50% о, ну это больше, есть. Я же говорил. На 50, на 50 у нас, да, 100 с чем-то там. 109, по-моему, да? 109, ну вроде. 9. Я мышь этого. Давай ломай решетку нахуй. Ломайте вас. Которые с мирком стоят, где я прыгаю. А вы можете бить, да? Вам подвинуть, может, вы сможете ауешить? Он сейчас телепортируется к нам сюда. Потом, когда у него останется 1/3 хп, откроются ворота. Лет не было там нации, тем более на Сирусе. Перехват работает через ворота? Какие-нибудь блинки там, я не знаю. Сейчас нужно за лемово. Сейчас уже откроются ворота. Ну. А пуль лють. О, уже вся хана. Напоминаю, лут по-человечески не идем. По классу. К часу. Так, сейчас... Броня на танк, охуеть. Надо снизить. Плащ тоже не идем. Что там правая рука? Это РДД. Ну, так.
и плащ на друг, где находят креста. Че, хоть что-нибудь выиграл? О, плащ выиграл. Ништяк. Меняем сразу. Да, 250 это... голубь рыбал. Слышишь, купил плащ за 250, ты выиграл только что. Ты меня побил. Я диспейлю, сама не переживай, хулипал диспейлю. А плащ хз у кого? Сейчас тебе. Нужна триня. А тебе зачем это? Зая, пойди за УД лучше купи за 200. Надо дальше. Обновите полоку, каску, кулак, МП5, осталось по 6-10 минут. Сейчас обновим. Фури баф будет. Набегу баф. Сзади. Давайте. Ё-моё, блядь. Набегу баф, пишите в речи, что вам нужно. Рачить, который это баф. Я бафы кот. Роял. Честер, кресты, Смит, каски. Все. Один запомнил. Кулак, каску, прото, полоку обновите, пожалуйста. Вот я тут прыгаю возле зелененьких штучек. Видите? Чувак, что ты, блядь, паникуешь? Перед боссом бафа, блядь, все раздают. А на нету баф. Отопьемся, баф. Поможет, но бегу бафы. Да нахуй бафы просить, и так все зергается, ебать. Сведите трэш в точку, пожалуйста. Кому-то на... Надо кому-то. Никому вам. Если кому-то надо, киньте ролл. Меня кроме брони ничего не дает. Видел? Ну, моё хотел посмотреть, сравнить характеристики, что там плюс, что минус. Чё, давай по группам. Мирон, звёздочку. Нет, сейчас я всё объясню. Да, так, где у нас ещё два танка, которые были? Спекайся в танк, спекайся в Смит. Даю вам метки. Так, какие у нас? Звезда, кружок. Я вижу этих, этот трэш, он багает персонажа. Да, ну танки сразу метки свои запоминайте, кто где будет танк. Так, два танка, на которых поставил уже метки, пусть они вдоль стенок аккуратно идут вон по тем углам, где я метки расставил. Ромбик в дальний угол. Ромбик правый и дальний угол. А я кто, блядь? Левый дальний угол. Подожди, левый дальний угол. О, благодарю. Левый дальний угол, да. Трусы. У меня нет нихуя метки, блин, вот тут стоят. У тебя метка. Угольник. Почему на тебе не видно метки, чё за хуйня? Треугольник. Может, ты тоже... Так, два хила, которые будут их хилить, пусть также за ними идут вдоль стенки туда. Вообще-то мы одного хила хватит, может. Ну пусть будет два. У нас всего 4 хила? Да. Ну, полипал на самом деле. Все хладе. Остальные РДД, ДД идут сюда, где звездочка. Один хил со звездочкой, один с печенькой.
Давай я, короче, тебя поддержу. Давай еще. Вкратце рассказываю, смотрите, мы пулим боссов, каждый из садников расходится по углам, где стоят танки. Они с места уходить особо никуда не будут. Просто берут, и танки как к ним подходят, они таунтят их и бьем. Под бурстой заливаем первого всадника, где стоит звездочка. Как только его залили, я звездочкой бегу к печеньке, все ДДР, ДД бегут со мной. И забираю печеньки босса. Все также заливают печеньку. Печенька тем временем бежит к ромбику, ну там где, к луне, и меняет, соответственно, луну. Эй, бро, а о чем мы без ошибки идем? Какую вам ачивку? Ачивка — это залить всех с интервалом. То есть можно побить всех четырех, а РДД группа бегает, бьет всех четырех. По ачивкам. Ну тогда распределяй всех равномерно. Давайте тогда каждому к танку хил 2 ДД. Мне ШП стоит, ко мне еще один ДД в печенке, любой. Остальные 2 ДД бегут к ромбику направо. 5 человек должно быть в каждой метке. Не тупите. Танк, хил и 3 ДД. Все. Трусы еще не прибежали, люди. Тут у меня Ханс. Но тогда нужно важный аспект сделать. Смотрите, ребят. Бьем боссов. Каждый босс накладывает на близстоящих людей метки. Метки стакаются. После 4 меток начинает бобо. Соответственно, танки, то есть друг напротив друга, которые стоят, они должны друг друга сменять, то бишь перебежки делать, свап. Я меняюсь звездой тогда, да? Да, типа вот на мне набралось 4 стака, они одновременно у всех срабатывают. Мы меняемся. Мы с тобой бежим друг на друга навстречу, забираем друг у друга босса, и все, которые с нами ДД, РДД, они также перебегают. Короче, меняют таргет, как на вальках, да? Но если у нас ДПС сильный, то нам, да, не придется меняться вообще как бы. Отлично. Но я сомневаюсь, что тут группки успеют залить, каждая группка по 2800. Давай машем там еще. Давай, чекай. Чекаем на пул, все готовы, все поняли, что делать. Хивы, не стойте на середине комнаты, иначе вы будете сразу с двоих боссов ловить стаки. За спиной лучше, да, часть людей за спиной. Вот. Все, все готовы. Хивы. Ну, пуляйте, кто там рядом, звезда, пульни. Все, они вот расходятся каждый по своей углу. Далеко не вижу ХП. Начинаем стек. Ого, ничего себе. Все, погнали. Давайте, Рос. КД же, еще 2 минуты. Давай. Ревендера чуть-чуть. Кто бьет Ревендера чуть-чуть. И Зелика стопнет. Сейчас Хант умрет. Кот, дайте ему этот сальву. Каплю можешь дать редко по медведю. Слышь? Анта, дайте БЗ. Все на так. Больше по леди. Четвертым, ебаный ты рот, на. 2 стака уже. Да, побольше побольше. Леди Блом. Блом больше. Все замедлите урон, фера, кроме леди Блом. Завали ебало, долбоёб. Оля, захильте. 4 стака, давай меняться. Все, бежим друг навстречу. Все ДД, РДД, которые с нами. Нет, все, забирай моего и твоего. Ты хули в мишку... Меняйтесь там, танки, другие. Не залез в мишку и не сидел нахуй. Хули ты какого хера, блядь, сидишь и дальше дамаг жешь, блядь, ещё на фоне. Топните дамаг по карта. Топните дамаг по Ревендеру. Топните дамаг по... Дайте больше по блоку. 50%. Берни, Берни, Муро. Не крути, Берни меня. Где хил, блядь, на всаднике, не понял. Берни меня. Не крути, убежал куда-то. Надо было забить на чего. Где вот хил, скажите мне, блядь. Где он стоит? Возле паладина вообще? А, ясно. 4 хила по 4 угла. Чё-то Леди Блом вообще не это. Чё у нас там не... танк умирает? Я вот этого ханта, нахуй, этого друида. Надо меняться, сейчас опять будет. Да, мне ещё пробью. Давайте же, мы сейчас, блядь, просто вайпнемся, все. А чё от меня никто не хилит, Смит? Так, чё ты меня двоим собрал? Занимайтесь, блядь, пизда.
Тогда на Леди Блом поставь кого-нибудь это побольше ДД какого-то одного. Сейчас посмотрим. Че, все, не хватает. Либо сейчас уже так пытаемся давай, заливать. Да мы не успеем, не отложил. Хан, Дэдди, в чем проблема? Почему на тебя огород? Ты что, притвориться мертвым? Блять, никаких там проблем нету, блять. Взял, притворился, блять. Агро, блять, напуливал по КД, блять. Значит, не работает. Ну хуй знает. Тут на дальних всадниках есть одно но. Я забыл сказать, но я про него всегда забываю. Они бывают... Агро может на танке как бы висеть, но они бывают цель своего каста берут другую. И нужно этот каст прервать, иначе они дальше будут эту цель бить, пока не убьют. Ну так для этого, блядь, туда ставятся милики, которые выстраивают очередь сбивания кастов, блядь. А там стоят, у меня сова, нахуй, ничем каст не собьет, нахуй. Ставятся туда рога, блядь, и какой-то еще челик там. И танк. Рогу у тебя есть, Патя. Вот, и надо сбивать каст. Не просто, блядь, сбил каст, и все одновременно его сбили, а по очереди. Тогда, может, что-то получится. Давайте тогда сейчас пати раскидаю. По каждой пати пошла к своему метку. Че, риснемся? Гении, которые, нахуй, только что после первого вайпа только придумали. Тихо слышно тебя очень. Что-то там ты говоришь про косты. Нас хуже всех хилит по общему отхилу лампа, получается, вдруг. Больше всех хилит Иршам. Иршам у нас будет на воде. Мне вообще показалось, что в одной пати был ДЦ и был друид. Хилов распределили по меткам, по танкам. Ну вот, сейчас делаем по-другому. Видимо, блядь, что-то кто-то не понял. Просто мне показалось, что где была звездочка, там стоял ДЦшник и стоял один. Хотя кто-то должен, один из них был быть на даче. Значит, вторая пати. Танк Войд, Хил, Ша, Рога будет у тебя и Эрпал. Рога еще сбивает каст, еще кто-то Рога касты сбивает, да, и еще кому? Одному кому тебе дадим. Боссу кому? И тебе мага, короче. Вот, четвертый патч сформирован. Сейчас будет... Третий будет хант. Эрдру хил, потому что нет, туда поставить фикса. Пал там жирный. А хант это... будет там на пути. Маг сбивает касты? Маг может этот самый. Сколько КД там у тебя? Много. 30 секунд вроде КД. Маг сбивает каст. Значит, маг мы кинем сюда. Тебе дадим тогда еще вот лок. Вторая группа, я поменял мага на лок. Четвертая группа, танк, смит, лэк, ФДЦ, маг, сова и хант. Хант может оглушающий выстрел, бить каст. Маг, друль, паладин, сами знаете, да? Щит упал там. Таурен, тем более, у него расовый. Так, первая группа. Я, Хант, Пегалер, это Кот, Честер, это мой хил. И... Так, ДД. Смотрю, кто у нас ППС тут. У себе кота. Шаман вот этот. Ты как-то распилил, непонятно. Потому что получается, что третья пати, два хила опять. Что третья пати? Два хила, артфикс и я. Так, артфикс хил? Да. Подожди, исцеление у меня показывает другому. Исцеление показывает, что артфикс хил, правильно? Но он ДЦ. Он ДЦ. Артфикс будет с этим самым. А Дживс есть у кого-нибудь? Так, все поставим, понял. Получается, что в четвертой пати нету хила. Не, сейчас все будет. ДД делаем туда.
А второе пати бежит куда? А то что там не понял. Вот так вот будет. Звездочка. Четвертая пати в звездочку. Побежали. Не-не, второе пати. Ну, второе. Там на танках, видите, мет. Звезда. Третья пати. Третья пати в звезду. Он туда, слева, дальше. Там трусы. Это вот. Вторая пати. Трусы по краешку. Бегом. Печенко. Печенко первая. Баф стоп, не забудьте раздать. Соответственно, туда направо к луне уходит. А, четвертая пати. По 5 человек в каждом углу. Танки меняются на 4 стаках. Хилы хилят. По ДПС слушайте внимательно РК. Я буду говорить, по какому стопу. Смотрите свой таргет. Поняли? Так, ну, тебя на 4 стаках сильно пробивало? Ну, я бы за это дал, потом сакру и потом умер. Давай тогда на 3 стаках меняться. Пока будем меняться, там и 4 получим. Да, согласен. Давай на 3. Все готовы? Все готовы, пуляйте. На этот раз точно хилы стоят на местах. Вы стоят по 5 человек в каждом углу. Да, герус пула, дайте сейчас поставим. Да не с пула, блять, а как поставят? На пульте, конечно. Играем. Я сбил карту первую. Молодец, я писал, что я собью. Давай так же дальше сбивай. Карты сбил. Окей, так же будем бивать. Дайте Геру. Больше по картам. Картаз больше. Картаз сейчас погонит по огонь. Бежите, перейдите. Так, теперь стопать ДПС, у нас по картразу будет сильно отставать, у нас маг умер. Маленький нюанс, у этого босса нужно всем стоять кучно. Он бросает метеорит, который распределяет урон равномерно. А, так, если кто-то рядом, БРники пиглери. А пиглери БРник вам. 3 стака, давай меняться. Давай, побежали. Спиной только не. Да что ты его у меня забрал? Не ты забрал. Босса-то моего... Картраза ты не забрал моего босса. Мы забираем друг у друга босса. Они же стаки раздают. Крылей баф, залейте. Ну что, будем добивать просто без ачив? Да. Надо было сразу сказать, забиваем на ачиву и бьем по обычной тактике. Теория сдох, ебану. Тёр падал на тебя, чё. Ты сдохнем. Дайте рост. А как раз, чё не вот, подними меня. Не рев. Добивайте Ривендера. Да уже забейте на ачиву, ребят. Так уже все дохнет, я вижу, да? Нет, живые, дофига еще. Бьем. Пусть бьют. Так, кто на той стороне, прибегите, один танк свободно. Не, скоро пробивать будет больно, у меня 5 стаков уже. Или так уже убьем. Ладно. Что сделать? Ну, все-таки квартал закрыт. Так, кто не в курсе, не надо бежать в самое начало инста. Тут за сундуком есть светящаяся панелька. Встречните всех. Классный меч. О, Армагеддон! Наконец-то он выпал. Да ты чё, еще и поешка выпала. Я хочу чекнуть его. Не факт, что ты выиграешь его. Это латы, которые, да, на ретрик, на бар. Ну, классно, вообще классно выглядит. Блин, рука неплохая, кстати, на хила. Что за Армагеддон? Подождите, алло, вот вы говорите, мы идем за горсткой. А теперь скажите, вот я просрал 40 минут здесь, где моя горстка, алло? Чекните анчиву. Ты один квартал убил, какая тебе горстка? Ну, смотри, вот я тебя сейчас линкую. Ну, я почитаю, что линкую. Алло. Начинаемся. Походу, да что-то тупишь. Алло. Это... Сартарион. Окей. Это... А Сартарион здесь при чем? Где мой шмот 264-й? Алло. Сартарион это, блядь, другое подземелье.
Там 20 человек нужно убивать. У меня не засчитало ни одного босса. Ну все, ебать, ливай нахуй, отъебись, тут есть ачивы в Наксе, где в 21 человека пронести. Это тоже горстка. Ты просто перепутал, скорее всего, инсты. Раз уж пошел, то пошли до конца. На этом все. Армагеддон. Куплю Армагеддон. У кого Армагеддон? Услышал? Горстка — это другой инст. Это драконий пост, обсидиановое святилище. Это Накса. Тут разные горстки. Кто там ливанул? Не знаю. Питер вроде никто какой-то. Не ливанул. Не одета, да, походу, еще выебывается? Не знаю, кто был во второй группе? Друид какой-то, да? Ни хрена знает. Сова вроде. Народ и, тут, а кто там был? В Горске даже нету этих всадников вообще. Горска, это нужно ласта убить, чтобы получить горстку. Это всех надо убить, да, вам засчитали. Там всех убить, да. Просто всадников там не прописано. Сдавайте бафы. Решил доебаться. Так, давай вкратце. Ты держи босса, я буду держать нехрорахнидов. РДД-хилы стоят веером по отношению к боссу. Милики желательно стоять по бокам слева-справа. Хочешь сказать, что я буду держать босса? Ну, босса проще держать, чем рахнидов. Они навешивают стаки. Сейчас, погоди, я разбафаю всех. Так, сейчас я у чувака скупаю. Купил он... меч? Да. Не, я, конечно, люблю ходить за 800. Сколько меч такой стоит? Где он? Где он? Где он? Я его не вижу. Где этот человек? Я помню, кинжал хотели продать за 5 косарей голды. Я послал сразу же. Где я к звездочке? Подойди, торговец. Торговец, подойди к звездочке. Он нашел. Потом купить. Да, сразу, потом забуду. Давайте чекнем пул, пойдем в 19. Ничего страшного, меньше хилам хилить, блядь. Вот она. Фертка будет в одну группу, наверное, надо закинуть. Да, хилы. Где вы? Темчик. Давай. Давай, лови босса. Только веди его сюда, не надо. Еще и трэш у меня забираешь. Пульт. Что, агрорут? Да. Держу всех. Их разводили, и все. Кого разводили? Ну, вы же хотели развести мобов и боссов. Да их не то, что развести, на них вообще как бы наплевать. Просто в стороне их поставить. Одного танка затащили, все. Так, трэш мне поудобнее пособирать. У меня и гнев есть, и стан замедления еще. Я помню, на X1. Я просто редко чекаю ДПС рейда. Какой щит. И кольцо надо? Шейн хил кольцо, которое сильнорукого. Не, это говно на успех. Я же танк собираю. Щит на хулипало. Латы. Латы у меня это 9. Короче, кому-то надо, если ты забираешь. Пушка была, пушка. Нет. Прикинь, я вырулил эту боешку. Сколько она стоит, интересно. Я? 200-300. На ауке он не найдет, скорее всего, потому что боешки с боссов Наксрамоса редко ты на ауке увидишь. Ну, да, зато косаря стань. Ага.
Я когда выставлял, даже за 300 голд никто не покупал. Так, невыгодно покупать, там, блин, в РБК сходишь и выбьешь лучше. Ну не все же в РБК могут, шестые каты точно не могут. Ну сейчас всех поездов. И меньше двух косарей точно. Меньше двух поездов или кисти? 500-600 там. Ну, я поставлю, посмотрю. Вон, профы крафтят 200-й левел за 300-200 голд продают. Считай по реальности. Ну, а тут боссы, на которых почти никто. Надо ходить, по... открываем. Пара. Ну, посмотрим. Да паука чистим или нет? А зачем? Вы за 20 минут успеете все это сделать. Там не так много трэша до паука чистить. Нам самые интересные боссы остались. Что там, Тадиус, да? Кайган не чистит. И вы. Дракончик. И... как его? Ну да, дракончик. Все остальные, в принципе, в афиге. Что сделать с резиной? Просто бафы всякие. Защиту от льда убирать. Можно попробовать сделать клуб стака, достаточно редкая чип. Так, чё, давай, я босса просто притяну, ты всех остальных на себя просто заберешь. Тебя так устроит. Давай. Они только кастеры, так что смотри аккуратно. Давай, забираю вдову тогда. Арче. Чё, готовы? Все, всех залутали. Давай. Так, соп, у нас хил ливнул или кто? А, не знаю. Ладно. Хоть... Все, давайте, пустите. Сам ли он спать его или неплохо, мамочка велела поддать вам. Вы там на всякий случай, если хотите какие-то ачивы с конкретной с босса, вы напоминайте, потому что шесть. Я говорю так, типа, обычную на боссов. Видишь, эту нежданчик нам сделали. Шея хорошая. Так, это... Ща, Мирок, пока отойду на минуту белого ФК. Кто шею на танковом гаде? Не курите. Кто шею на танковом? Во, спасибо от души. Говно дудешное. Спойте, какой вар? Какой вар? У нас один вар, Войд какое-то кольцо забрал. Чё? Кольцо тебе надо? Это не его. Так, тогда дышка идёт. Какое кольцо за ней делали? Это не греет. Ты имел в виду, что он это был танком и ролил ДД-шмот? Да не, он ДД шел изначально. Спекнулся так, как надо, для ачивы.
Короче, на Мекс найдем. Да. По стенкам лазить, да? Там просто танчим босса в центре. Он откидывает двух человек в кокон к стенке в определенном месте. У коконов по 10к хп, их быстро сливают. Цель можно прохиливать в коконе и бьют тупо босса. С босса, ой, с танка диспелить яд, который врезает от хил на 75%. Спыльте массовый раз. Да друид может. Там не так часто яд и бросает. Пусть дрон лан. Пусть спылит. А вот. Чё, забегаем, чек на пул. Вот смотри, босса держим вот на этом кирпичике. Откидывает коконы вот в ту сторону. Трусы. Ходите.